Итак, вот мы набили головку и мы набили тельце. Вот примерно вот так это все будет выглядеть. Откладываем головку в сторонку и займемся обработкой нашего тельца дальше. Нам нужно полностью сложить нижние лапки и верхние лапки так, чтобы наша собачка сидела. Очень тяжело сгибается, потому что мы туго набили. Теперь нам нужно взять иголку. У меня самая длинная иголка вот такая. У меня пока нет иголки специально кукольной, очень длинной, но вот это такая, такой длины вполне хватит для того, чтобы собрать наши, стянуть наши лапы. Итак, начинаем с нижней лапы. Примерно вот здесь, в этом месте, я как бы с лица пропускаю иголку и закрепляю нить. Вот теперь нитка у нас вот таким образом скреплена, и она у нас уже никуда не денется. Теперь мы проводим иголку на другую сторону, где-то вот так, вот в этом, вот в этом месте мы ее подтягиваем. Вот, теперь складываем наши нижние, да, лапы вот так, перпендикулярно, немножко отступаем. Смотрите, чтобы иголка прошла полностью вот так и вышла где-то вот в этом месте. Можно прям даже нажать и посмотреть, где она должна выйти. Вот. Она у нас выходит. И можно взять плоскогубцы и вытащить ими нашу иголку. Так как сложно это сделать руками. А еще хочу обратить внимание, я взяла очень прочную нить и сделала ее, хотя она тоненькая, но она очень прочная, и я сделала ее вдвое. То есть здесь как бы две нити вместе. Держим наши лапки вот так внизу, практически чуточку-чуточку отступаем от этого отверстия предыдущего. И теперь примерно в то же место. Опять же берем плоскогубцы и вытаскиваем нашу иглу. Подтягиваем. Опять чуть-чуть вот так опускаем, смотрим. Нужно, чтобы она во, примерно вот в том месте, где мы работаем, вот она, чтобы постоянно там и выходила. И плоскогубцами помогаем нашей нити. И вот так нужно сделать столько раз, чтобы наши нижние лапки как бы вот сели на место. Нижние лапки мы собрали. Теперь немножко стягиваем вот таким образом иголочку. Внутрь проходим до теперь верхних лапок. И где-то примерно вот в этой части вытаскиваем иглу. Вот так. И начинаем уже работать с верхними лапами. Таким же образом проходим к следующей лапе. Вытаскиваем иглу. Протягиваем, стягиваем нить.
чуточку отступаем. Здесь можно немножко вот отступить и вовнутрь еще сделать, потому что у меня руки здесь подлиннее. Будет очень сложно стянуть полностью верхние лапки, поэтому я отступаю чуть-чуть и практически в эту же, вот, в это же отверстие прохожу до следующей лапки. И то есть следующую лапку мы уже вкалываем не в то отверстие, где было раньше, а вот где-то вот тут у нас должна выйти игла. Вот она, где у нас вышла. Вот. И эту иголочку вытаскиваем вот так. То есть немножко как бы пониже к ручке. И так будет нам легче стянуть верхние лапки. Вот. А теперь уже по готовым отверстием, примерно в эти же отверстия, мы должны несколько еще раз вот так стянуть все нитью. Вот что у нас получается. Вот у нас как бы стянуты нижние и верхние лапки. Вот у нас уже тело как бы сидячее, да? Все. Я думаю, больше лапки можно еще здесь немножко утянуть. Вот побольше, чуточку отступаем, проходим. Вот сюда нить проводим. Вот в отверстие, где головка будет крепиться. Вытаскиваем иглу. Нить подтягиваем. Вот, подтянули нить, и теперь мы аккуратно, нужно еще немножко подложить холофайбера, и вот таким образом еще наполнить верхушку холофайбером и стянуть, вот так зашить наше тельце. Но не очень, скажем, сильно, потому что мы в него будем с вами помещать еще зубочистку. Она у нас будет подклеиваться внутрь. Как это делается, сейчас я вам покажу. Пока вот так хватит. Здесь закрепляем, делаем узелок. Вот тельце у нас готово. Лапки и верхние, и нижние, они у нас стянуты. Вот так выглядит наше тельце. А теперь берем клей-момент универсальный. Берем нашу зубочистку, промазываем ее где-то наполовину клеем со всех сторон. По вот зашитому краю вот так вкручиваем, ввинчиваем прям нашу зубочистку в тельце. Вот, все. То есть мы поставили, чтобы она ровненько еще торчала, потому что вот на эту верхушечку мы еще будем одевать нашу голову. А пока вот что у меня получилось. Благодаря тому, что мы проклеили нашу зубочистку, она у нас там застынет, клей высохнет, и зубочистку практически не вытащить будет. Она очень хорошо, клей-момент универсальный, он очень хорошо как раз подходит для работы вот именно с такими игрушками. Вот, тельце у нас готово. Теперь давайте отложим его в сторонку и займемся
нашей головкой. Нам нужно сделать мордочку. Сначала мы делаем мордочку. Вот, берем большой, большой такой овал у нас, и маленький овал. Возьмем большой овал. Нам нужна будет опять же нить. Ну, иголку уже мы берем не такую громадную. Вот, смотрите, вот лицо, вот изнанка. Работаем на изнанке, где-нибудь вот сбоку. Просто прикрепляем, закрепляем нашу нить. Вот она никуда уже, у меня здесь большой, как бы толстый узелочек, на мне здесь никуда не денется. И теперь с изнанки, смотрите, вот по этой линии, которую мы с вами делали выкройку, вот она здесь у меня, видите, фиолетовым, вот. Прям по этой линии мы вот таким образом делаем сборку, как здесь сбариваем вот этот вот краешек. Вот, собираем этот краешек, собираем, сколько вот можно, несколько стежочков, вот, стянули чуть-чуть. Далее идем, 1, 2, 3, 4, 5, и опять затягиваем немножко нить, подтягиваем. Здесь даже палец можно вот так вот туда подставить, чтобы он фиксировал. Вот. И далее собираем 1, 2, 3. Вот. Сейчас стянем. Посмотрим на то, что получилось с лица. Вот. В принципе, уже нормально. Так, где у нас тут? Вот еще здесь делаем разочек. Думаю, что вполне хватит. С краешку посадим на узелок. 1 раз, 2 раза. Так, спрячем. У меня тут почему-то. Ну вот, все. Теперь берем немножко холофайбера и вовнутрь набиваем нашей вот такой мордашки. Там, где носик будет, вот лицевая часть мордочки. Вот так выглядит. Сейчас посмотрим, подложим вот под нашу головку. И посмотрим, что у нас получается. Получается у нас вот что. Очень даже неплохо смотрится. И теперь мы должны взять клей. Опять же, берем клей, накладываем его по краю. Не совсем вот выходим со самый край, но вот по краю сборки. По краю сборки. И теперь немножко клея на холофайбер. Так, вот таким образом мы клей нанесли. Надо взять еще зубочистку. Примерно поставить вот на то место, где будет у нас находиться мордочка. Большим пальцем очень сильно нажать. И зубочисткой вот таким образом ниточку, кстати, вот где-нибудь в боку ее держать. А зубочисткой добиться того, чтобы края нашей вот этой приклеенной, подклеенной, да, собранной ручную мордочки, носика хорошо подклеили. Вот. Нижнюю часть. Вот что получилось. Вот так выглядит одна часть нашей мордочки собачки. Теперь нам нужно слегка пришить все, что мы с вами подклеили. Прям буквально потайным швом чуточку. Вот. Вниз проходим. Проводим внизу нить. Опять здесь подхватываем прям буквально чуточку сверху. И опять вниз ведем.
И вот эту мордашку нам нужно полностью вот так пройтись по всей поверхности, по всему краю, потому что клей есть клей. Нам нужно, чтобы вот вся наша мордочка была хорошо зафиксирована. Вот таким образом мы подшиваем еще вот самую большой вот этот овал, эту детальку к мордашке. Теперь последний сейчас стежок сделаю. Здесь. Вот. И иголку вывожу вот сюда. Все. Здесь ее как бы немножко сейчас скреплю с другой стороны. Чуть-чуть прошью и займусь сборкой. Ну, пожалуй, я стяну здесь все, потому что, в принципе, мне все равно надо будет все это стягивать. Отверстие вот для шейки здесь немножко стяну. Теперь займемся. Вот что у меня получается. Теперь займемся маленькой, то есть щечками. Маленькая часть вот у нас. Это как бы щечки, на которых будет троиться еще наш носик. Вот это лицо, вот изнанка. Опять же на изнанке, по изнанке мы должны собрать все наши щечки, как и собирали до этого. Несколько стежков и стянули. Здесь вот можно пару стежков и стянули. Пару стежков и стянули. Вот. Что у нас получается? Вот ниточка закончилась. Вот она у нас, видите? Здесь мы таким же образом берем кусочек лафайбера. Мы его вовнутрь кладем. Можно взять еще кусочек, его прям вложить вовнутрь. Вот, перевернуть все на лицо, так, чтобы наше, как бы вот разделить на две части и вот эту нить пустить вот по центру, разделить наши щечки на две части. Посмотрите, как это должно получиться. Вот. Вот что у нас получается. Видите? Сейчас я немножко, видите, увеличила. Вот так. Вот что у нас получается. Теперь надо мне перевернуть опять наизнанку и как бы закрепить эту ниточку, делать вот такой узелочек здесь по центру, вот, чтобы он не распускался. Теперь наши щечки, которые у нас образовались, мы должны вот примерно найти место предназначения. Вот где-то вот тут они должны быть. То есть мы приспосабливаем их, куда вот мы должны их положить. Теперь примерно запоминаем, где, переворачиваем. Берем клей. И, как и в первом случае, наносим клей по краям и по лафайберу. Прикладываем наши щечки, берем зубочистку и раскладываем, прям прижимаем щечки и подклеиваем их к нашей первой части. Таким же образом берем наш уже вот этот хвостик и теперь подшиваем щечки уже ниткой с иглой
потайным швом. Прихватываем их в нескольких местах для того, чтобы сделать как бы склейку, да, более прочной. Плоскогубцы всегда держите рядышком, потому что когда мы работаем еще с клеем, клей подсыхает, и ткань очень сложно проткнуть. Бывает, и поэтому иголка даже застревает у нас в ткани, поэтому здесь вот может как раз помочь. Вот у меня получилось, сейчас я вам покажу, у меня получилось так, что вот эта вот серединка, где я по центру как бы делила нашу часть, она получилась, что одна сторона побольше, другая меньше, хотя изначально они были как-то одинаковые. Поэтому я вот дошла до точки, где было разделение, вот так ее немножко еще стянула, и сейчас еще пройдусь, вот, направлю ее в то место, чтобы она у меня смотрела правильно. Все можно подправить, надо просто уделить этому больше времени, и тогда все, что получится не так, можно исправить. Вот, помещаю как раз вот в то место, где будет у нас подклеена голова. То есть вот вместо здесь вот шеи сюда вывожу нить и делаю узелок. Теперь у нас вот здесь будут глазки. Примерно вот здесь и вот здесь. Я их отметила. И теперь эту же нить поведу вот вместо первого глазика, ввожу, чуточку отступая и вытаскиваю вместе, куда хочу посадить второй глазик, где-то вот тут. Вот. Немножко подтягиваю, оставляю, чуточку отступаю и опять в это же место первого глазика. Опять немножко подтягиваю, опять иду вместо второго глаза и вот так делаю несколько стежков. Вот. Последний раз. Туда и назад вывожу, там где шея, нашу иглу. Нитка короткая, я ее одну сторону раздваиваю, одну нить подстригаю у основания, немножко вот так, чтобы иметь возможность закрепить ниточку, вот тут делаю узелок. Все. Эту нитку можно немножко вот так подстричь, не совсем под корешок, но вот так скрыть. Теперь нам нужно сделать носик. Берем кожу, кусочек кожи, и врезаем вот такой вот носик. Должен выглядеть примерно вот так. Вот здесь вот лежать он должен. То есть это, ну, просто сами вырезайте, как бы вот он немножко треугольный должен быть. Мы его очень хорошо смазываем клеем. Прям промазываем в обратную сторону. Кожа, она у меня опять же двойная, кожа искусственная и обратная сторона хлопковая. Мы хорошенько промазали все клеем, накладываем здесь вот по центру. Сейчас я увеличу, буду показывать. Вот. И наш носик накладываем как бы вот именно вот
первая часть у нас, и мы прям вкладываем ее вот сюда. А оставшиеся части немножко стягиваем вот сюда, по центру наших щечек, чтобы вот этот уголочек вошел как бы вот сюда, там где щечки. И вот эти боковые части также немножко вот так вот хорошенько даем возможность подклеиться. Таким образом у нас носик должен получиться объемным. Он, видите, такой, вот как будто шарик, полушарик. Вот, вот так получился у нас носик. Очень даже неплохо. Вот. Теперь берем наши, видите, мордочка какая интересная получилась. Вот она какая мордаха. Хорошенький такой. Теперь берем наши ушки. Вот эти части, они должны быть, которые чисто вот коричневые, не такие блестящие, а вот коричневые, которые мы подкладочку делали, они у нас должны быть внутри. Нам нужно вот верхушечки так прям промазать клеем внутри и дать возможность им вот верхушки, чтобы склеились. Не одно. То же самое сделать со вторым ушком, чтобы вот эти две части склеились между собой. Если плохо клеится, надо еще туда побольше клея дать возможность им склеиться. Склеить их друг с другом. Потом даже немножко вот так ножничками, если надо, лишние ниточки такие появляются. Вот так вот. Чтобы побольше вот так немножко их закрутить. Лишние. Так, обстричь. То есть это как бы эти единые детальки должны получиться. Теперь мы должны наши ушки вот по верхушечке промазать клеем. Верхушечка и немножко вот здесь вот, вот изнаночка. Чуть-чуть изнаночка, потому что они должны хорошо скрепиться. Вот. И ищем место нашим ушкам. Так, как бы они должны вот так у меня приклеиться. Главное, чтобы зайцем не стал наш собака. Вот. С одной стороны ухо должно подклеиться. Даже, может быть, вот его подклеить надо, чтобы оно смотрелось как бы с самого начала, как зайкина, да, вот так смотрела вперед. Ой, посмотрите, какой классный заяц получился. Если бы мы вот так оставили, в принципе, можно сделать зайца. Мне даже как заяц он больше нравится, но нет, я все-таки опущу уши. Ой, какой интересный. А может, мне действительно оставить его как зайца? У меня зайцев еще, кстати, нет. Возможно, мне его можно будет даже сделать зайчиком. Девочки, извините. Я, конечно, хотела собаку. Но смотрите, какая красота. Ну-ка. Смотрите. Ой, зайка какой. Ну, какой сладкий. Немножко коричневый, но думаю, что ничего страшного. Ой, какая прелесть. Мне очень нравится. Пусть у меня будет такой гламурный заяц. Вот. Я пока оставлю ушки, как они есть. Потом мне надо будет взять их еще подклеить, естественно. А теперь, пока у меня ушки сохнут, мы займемся глазками. Глазки будут у нас прозрачные бусинки, голубенькие. Вот, честно, посмотрю,
Ну, вот это вот, наверное, слишком большие для зайчиных глазок. Хотя, в принципе, может быть, они неплохо, они будут смотреться. Ой, очень даже неплохо. Пожалуй, я сделаю вот такие большие глазки из бусинок. Даже не бисер возьму, а бусинки. Итак, беру зубочистку. Вот те глазницы, которые я утягивала, я вот прям их вот так туда вбиваю клей, вот в это место. Надо здесь много клея, потому что бусины большие. Вот. Теперь следующий глазик делаю. Прям сюда нанесу. Вот как. Теперь беру бусину и прям кладу в эти глазнички одну и вторую бусину. Вот так. Закрываю клей. Прижимаю наши глазки. Ой, какой красавец. Просто красавец. Вот такой зайчуха. Посмотрите. Ой, какой хорошенький. Мне очень нравится. Замечательный. Замечательный. Теперь я возьму. Так. Возьму кусочек меха. Думаю, что здесь вот столько мне хватит. Постараюсь клеить, сделать нашему зайцу прическу. Вот сюда наклею челку. Я должен, конечно, быть натуральный, он будет лучше смотреться. Тем более на бархате. Вот. А что касается вот этой части, здесь вот тоже слишком много волос не надо. Накладываем и подклеиваем. Вот закрываем вот эти части, где у нас уши, и расправляем, расправляем полностью по головке. Вот наш зайка. Смотрите, какой классный. Если волосики не нравятся такие длинненькие, можно их подстричь впереди. В принципе, конечно, можно немножко, чтобы глаза хоть открыть. Челку вот так зайцу сделать. А сзади, мне кажется, вполне очень хорошо заклеилось. Но вообще, вот немножко подсохнет. И вот здесь вот тоже можно, нужно обязательно наши ушки прихватить иголкой вот здесь, с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Вот, хотя заклеилась вроде неплохо, и тем не менее надо это сделать. Теперь мы берем клей опять. Так, у нас должен быть хвостик сзади у нашего уже теперь зайки, а не собачки. Поэтому мы выбираем маленький такой кусочек, но его мы так укорачиваем, делаем хвостик маленький, потому что у зайки хвост, ну, совсем малюхонький. Пушистенький, маленький, вот такой пойдет вполне. Берем клей, наклеиваем. Вот, вот там, где зайка садится, вот в этом месте мы подклеиваем наш хвост. Можно вот так тоже распушить его, ну, чтобы меньше привлекал, скажем, внимание, или наоборот. Вот такой пушистик получился.
Я считаю, что нормально. Очень даже неплохо. Классно. Классный зайка. Теперь мы берем полностью оставшуюся часть. Здесь вот тоже смазываем шею. Смазываем зубочистку оставшуюся половинку. Берем головку и по самому центру надеваем на нашего зайку. Вот какой он у нас красивый получается. Вообще. Смотрите, можно зайке опустить одно ушко, а одно оставить. Если мы опустим два ушка, то уже вполне, это уже не зайка получается, а собака. Теперь смотрите, как вам лучше нравится. Будет зайцем или собакой. То есть смотрите, там действительно тут настолько соблазн есть оставить его зайцем. Так как собак у меня много, а вот зайцев у меня нет. Я, пожалуй, пока оставлю его зайцем, а там будет видно. Просто когда это будет собака, здесь тоже свои есть как бы положительные моменты, что у нас будет держаться наше ухо, будет крепче держаться.